Да, я впервые здесь, и впечатление масса, конечно, но одно для меня здесь плохо, куда бы ни приехал, меня кормят. И для меня это, конечно, кушать всегда хорошо, но мне потом придется много веса гонять. Куда бы ни приехал, все забирают сразу кушать, и чуть-чуть, по-моему, пару килограмм набрал за один день. Скажу, что я всю жизнь вырос в зале, вырос в конкуренции, и, соответственно, характер тоже разрабатывается, когда ты постоянно в зале среди мужчин тренируешься, хочешь быть лучшим там, где очень много жестких парней тоже хотят, и среди этой конкуренции, когда ты выделяешься, по-любому есть, конечно, свой определенный характер, но в обычной жизни я семенин, наверное. У меня мотивация только до пояса. Я не знаю после пояса, какая у меня мотивация будет. Но я знаю одно, что если я не буду голоден, как сейчас, например, хотеть боя, хотеть пояса, после того, как я пояс выиграю, может быть, оставлю, но пока нету таких. Пока здоровье позволяет, буду драться. То, что я добился, это спортивный успех. И я считаю, что это добился, потому что, может, больше хотел, чем другие. Мы сами знаем, что миллионы мальчишек тренируются по всему миру. Все хотят выиграть, все хотят быть чемпионами. Но как только ты этого хочешь меньше, чем другие, то другой тебя опережает. И надо развиваться вместе с спортом, надо конкурировать, здоровую конкуренцию проходить, потому что без конкуренции ты не можешь расти. Когда у тебя в зале есть 5-6 хороших ребят, которые тебя гоняют, и ты хочешь быть лучше, чем они, тренируешься каждый день упорнее, чем они, ты развиваешься не одними шагами, а ты 2-3 раза быстрее развиваешься. И, конечно, Всевышний. Ну, я знаю, что соперник выйдет, он меня жалеть не будет. Ну, это да. Жалеть не будет. Он выходит, чтобы разбить мне лицо, да, локтями, руками. Это жесткий вид спорта, вы сами знаете. Вперед настраиваешься. Че, давай тогда, если он хочет, я тоже выхожу то же самое. Он выходит на войну, и так что заднего не должно быть. Как только ты задний кинешь, он тебе жалеть не будет. Он, наоборот, еще сильно тебя бить будет. Для этого показываем. Раз, два. Левый прямой, правый прямой, когда вы бьете, что... Показываю борьбу, он автоматически идет на защиту, да? Показываю борьбу, чуть-чуть он, у него фокус идет на ноги, и я отсюда уже взрываюсь наверх. Эту тактику мы 2-3 месяца ставили против Тиаго Тавареса, когда я дрался в Бразилии.
Например, если вы стойку встали, ноги бьют, вот так, да, попадает мягким местом. Так что надо чуть-чуть сверху вниз. Чуть-чуть сверху вниз, наискосок, чтобы вы могли нанести сечку соперника. Давай, 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 резко. Да, брат.